Хотелось бы уточнить, что до меня выступал Виталий Мукан, также фракция партии социалистов и профильная комиссия по ЖКХ, по транспорту, потому что он выступал, и не очень было понятно, кто это для некоторых, чтобы понимали. Действительно, позиция нашей фракции мы уже высказывали не раз. Тарифы должны оставаться теми же, и надо сделать все возможное, чтобы все-таки транспорт ночью работал по максимуму, сколько возможно, в том числе и до 2 часов, даже если это, по мнению господина Маргоча, будет приносить большие убытки.